Somos ni da, peñón, ni, pone. Я еще перекину вам потом мать. Отступление ханты, снимите бас. Еще одна. Включили дисты пути, раздешники добивайте. На кого метки вешаются, влево убегайте. Нажми на сейфа пока. Трэш Из-под лица загрел, уйдите. блядь. Из-под лица уйдите и смотрите, трэш загрели, блядь, калич. Влево же сказал, или вправо сказал. Похуй, блядь, глаза должны же быть нахуй. На голове, блядь. Преступление снимайте еще, ну ёбана. Черепу косты позбиваю я через стан. Или Оксар. Ромбику позбивай паладины через стан. Просто так не вешайте стан, чтобы диминишинга не было. Бексиону сном тоже. Ставь шкафы на бой. Давайте сейчас Симоним минимальный ребаф дадим. Хотя Даня сам прилетишь, мы пока трэш там убьем. Давай там трэш убьем. А пока забери командира, по командиру играем. Курсовать у всех остальных. Пока у прогнить. Веди их, трусовательчики. Смотрите, мобы сорвались. Не дам тебе помощника. Черепу позбиваю я косты и его ксар. Кто упал, заходите. Сами. Там еще одного моба сагрили сзади, я пока забери. Лера, помогай сбивать черепу каст. Блять. Поздно. Профессионалы, как вы харите? Это вообще-то с первой пачки моб, если вы не заметили. Зашароебился где-то. А то из этих деревьев ничего не видно, мы туда притащили его. Ну ладно, да. Хиса, если мой лик не зайдет, прыгни в хапава. Черепу разбиваю косты. Ромбику. Паладину сбивайте. Не отдавай просто так. Диминишн повесил. Спасите. Замороз. Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая.
Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Ну вот, кто-то Diminution повесил. Прыгни, Киса, в хп-ава пока. Я захожу. А, заходишь? Когда принимаю? Да, конечно. Я случайно кнопку нажал перезагрузки. Дайте каску по друидам, пожалуйста. Хотя бы. Дайте столик. Сейчас рыбу поставлю. Смотрите, что этот столик. Ну чтобы ману резать. Чтоб... Я фу, ману. Между пачками трэша, чтобы ману резать. И на рыбаками. Кому там можно на фласку? Скажи на фласку, кому можно. Фласки пока не нема. Этот апокалу. Ты забираешь копии, трусователь танчишь мейна. Печеньку поставила на него. Держите рейндж, после откидки милики не подбегайте. Да. Иди, пуляй, трусователь. Ничего сложного нет. Просто вспи, вон там, где спустишься вниз и поставишь спиной крейду. Пуляй. И вот видишь, я сюда прыгаю, и все, спиной просто сажусь сюда, в стенку. Сам спиной в стенку развернись, чтобы босс стоял спиной к рейду. Все. Понимаю. В мире хватает героев и бедствия. Сейвы не забывай нажимать. После откидки милики не подбегает, что-то его сложит. Нажмешь машивое, когда начнет откидку косовать. Кос, нажми, нажми. Надеюсь, успел. Нет, не успел. Милики, пока не подбегайте. Все, отбегите, отбегите. Вадим, нажми тоже массей. Майлик. Пока вот тоже как сможешь. Я сейчас могу нажать. Подожди, еще работает пока. Священная жертва. Когда стаки наберет, тогда нажмешь, чтобы не сложил отку с вами. Милики, отбегите. Рейндж держите. Нажми, нажми, я пока укат сможет. Зубы в трусователя ствола закинь. Вау, закинь, отлично. Вадим, что соло сокруг просывателя закинь. Он ладно, не трогай. А пока его прохильте. Закинь соло сокруг. А пока его заберет трусователь на себя. Маша, дай БРП, пока его быстрее. Ахиса, соло сокру тоже по трусователю закинь. Ну пока у прожимайся, там что есть. Убейте уже падлу эту. Да просто уводят. Куда вы уводите, блять, его? Любую копию добейте, и он умрет. Любую копию можете убивать. Не обязательно на ту. Так вообще-то выше вы уводили, Саня. Я бежал, чтобы забрать их. Здесь произошли страшные события. Вставайте все, кто упал. Ha ha ha.
пока будешь на боссе, трусовать или на трэш, ты просто станешь с левой стороны на пол босс будешь трусовать или да. Закинешь слава антифир по апокалу. Не забывай таунт нажимать перед фиером. Как появится Геру сразу упасть. Ну, Гламур, давай, Гер. Берегитесь. Хазибир, закинь тоже на апокалипсис антифир. Вон мобы стоят, забери трусователь возле босса. По одному в таунте и бас по возможности на пуль. Бенни Бинаси тоже может помочь. На пуль. Берегитесь. Трусователь, прожмись. Берегите немного. Что вы стоите, урон получаете, как валим. С этой стороны пульнем, оставайтесь здесь, не перебегайте на другую сторону. Топ-хайп к нам подбежишь. Слава, бери СПДшные фласки. Войник, возьми ТДшные фласки. Я возьму сопрот и СПДшные тоже. Сейчас дайте пару секунд людям забрать фласки. А, танковский. Могилик. Ну, я же говорю, ко мне. Окей. Могилик будет ДДшная, определенно войд. СПДшная. Маша, возьми саппорт. Могилик будет диспелить. Вот чему не заходит гламур и трусователь, остаетесь здесь. Смотри, трусователь, когда будет 50% у босса, ты просто его затаунтишь. И разворачивай его от порталов, там, где порталы появляются, просто отворачивай их от порталов. А я что, ну, вначале просто где он появится. Да, ты фигня. Короче, просто на, просто на одном месте и стой. Да, просто стой вначале, если видишь, там появляются порталы, люди выходят, тут разворачивай просто. Точнее, разворачивай на портал, извиняюсь. Саша, у тебя СПДшная фласка, да? Да. А ДДшная? Маш, возьми ДДшная у Майлика. Теперь. Сюда. Кто тут Микалич? Первая, вторая пати плюс Нурки, X-Freak остаются во тьме. Буаз, выходишь тоже в свет. Эмобой в свет. Короче, давай не так. Третья, четвертая пати остается в... Выходит в свет. И с ними и Буаз еще выходит. Все. Первая, вторая остаются. Во тьме. Это скажи, Майлик остается. Апок... Так, апок... да, Майлик в тьме. Во тьме хилит Войд Спирит, давай, Войд Спирит Маша, Майлик, Гламур, Свету. Остаешься, Гламур, сразу в Свету вместе с Трусователем. Там на тебя кинется сразу метка, смотри, там орехи, Трусователь в этот момент прожмешься, когда он будет метку носить, когда вы вдвоем будете. Не поубивал вас. Все, рыбу поставил. Метку на себя ромбик поставил. И кто тут Никалич? Мысли Никалич.
бегал во тьме, когда я выйду. За тобой бегали. Останешься во тьме, Жень. А, во тьме остаться? Окей. Да. Я просто в четвертую, ты говорю, будет. Короче, Санек, по первым лезвиям подсказывай мне. Все понял. Как я правильно поставил. Хорошо. Ну дальше это нормально будет. Зайдите все внутрь. Пожалуйста. И на пол его покалывают, пока я вначале давайте. Только сватик, просто ты вначале ничего не делаешь. Остаешься потом. Вместе с гламуром. Припоты на первой секунде на свой пол пуляешь. Давай. Не заходите во фрейм босса, пожалуйста, милики. Вот вам ромбик и стоит. Ближе ромбика никто не подходите. На фул рейнджа бейте. Скоро будет метка, приготовить. Дексион, Даня выбежал. Метеор, перебежали. Пау рейда получил урон. Чё, отбежали от огня. Не гори. Под лицо не заходите тоже. Маша, дай БРП агрессиву. Что там еще есть? Кусяо, Юра. Рибаф агрессиву, дайте пол рибаф. А пока у первый заходит. А пока у заходи, гламур и трусователь остались. Зашел. Все за ромбиком перебежали. Мои лик диспелли. Агрессик выбежал. Под лицо не беги только. Умрешь. Через что 10 секунд лезвие. Двигатель. Чуть-чуть подкрути, да. Двигайтесь за ромбиком. За ромбиком. Еще чуть-чуть. Убежали миник. Смотри, пока у тебя прям резвие режет. Либо назад, либо вперед. Не, вперед. Пока, так все, он выбежал. Только... Все, не двигай больше. Не крути. Да, сейчас знаю. Слишком быстро двигался, тебе просто назад не было. Хисто выбежал. После лезвия выходить будем. После лезвия выходим. Выходите за хвостом. Метеор, смотрите, аккуратно падает. Трусователи, прокиньте, прожмите трусователи. Блять. БР ему есть? Попхай. Гламур, чё за такая хуйня? Чё ты не прокинь? Бегал его все время, потому что морда на меня светила. А, морда на тебя светила. Стань сбоку и все, и хиль просто. Что, в чем проблема? На него мы начал падать метеор. Он начал перебегать, босса сдвинуло, и получилось так, что все время под мордой. Я тоже начал перебегать, его сложило. Чисто падаем. Хуёво. Да, там надо где, там стоишь на одном месте, да и все, блядь. Давай я останусь, и тут через частицу буду, мне вообще похер, где не хилить. Может, он просто не доставал. А чё, разве говорили один хил, свет хилит? Мне казалось, два называли. Два. Ну и кого? Ну два. Гламур Майлик. Ну так Майлик в тьме. Нет, был. Нет, ты сказал Майлик в тьме. Нет, Войт и Леон в тьме же. Прослушали все. Тогда я не понял. Тогда сорян. А есть мамонт у кого-то, желтый просто? Да забей ты хули эти порталы, я тебе поставлю сейчас его ебалом воду. Так и лови его на второй фазе ебалом воду и все. Да, они про порталы все время прыгают, куда хотят. Да, забей, не просто оставь его, как он стоит. Если просто люди должны сразу среагировать, зайти. Если они среагировали, ну это, блядь, не калечи. Там, где у тебя порталы, у людей там нет порталов во тьме. То есть, они будут выходить с места там, где нет порталов. Понимаешь, просто если ты развернешь босса в место там, где нет портала, положи пока сюда. В этот момент будет человек
Человек будет выходить, его просто сбреет сразу. Бля, наоборот, ты... нет? Нет. Ладно. Ну, чё лежишь, чтоб хайп? Заходи давай. Я его леснул, хз, он что-то спит. Он вздыхал, агрессия вздыхал. Тыгните. Кто еще вздыхал? Там еще какой-то чел вздыхал. Что пил хватит? Не он. Отлезли кто-то сдох. Биран. Угадай кто. Как всегда. Ладно, ты не стоял во время. Майлик сейчас... Ты остаешься вместо Гламура. Гламур с нами заходит. Войд подиспелишь во тьме ты тогда. Заходите во фрейм босса. Под ваш метеор упадет. Кто-то будет перебегать. Получит урон от метеора. Метеор, перебежали быстрее. С огня выйдите тоже, не горите. ТК выбежал. Диспел его. Диспел, декурс, но... 2% у босса. Апокал. Заходи, трусователь, майлик остаетесь. Заходим, к тромбику бежим. Апокала поднимите. Во фрейм босса тоже не заходите. Скоро будет метка. Приготовьтесь. Агрессив выбежал, под лицо не бегите. Лезвие через 10 секунд, апокал. Пока стой, не трогай ничего. Подворачивай босса, побежали быстрее. Немножко. Еще надо сильнее. Так вот. Смотри, все, все, нормально, быстро не двигайся. Гламур выбежал. Гламур выбежал. И смотрите, мельки аккуратно. А пока его поднимите. Не жалей прожимок, а пока. Блять, вы что? Угадай, кто? X-Ray. Ага. А как вы его, блядь? Он затаунтил, походу, его. Ну да, скорее всего, затаунтил, потому что меня не награбил. Не походу, а точно затаунтил, блядь. Ну, сейчас будет двойные минуса. Вы чё, блядь, выбираете или что? Не, это пиздец время затягивает. Прям, чё ужас. Мы уже должны по ребра бить. Блять, я зашел, мне рано. Смотри, прыгните во тьму. Трусователь, майлик, зайдите во тьму и сдохните. Сколько раз, блять, вы вылетаете? Разверните спиной. Давай. Заходите. А там лезвие, там не сложно. Что же, заходить можно? Да. Давайте, босс, спуть. Ну, топ-хай пришел. Вы можете это убрать активацию голоса? Или, ну, это нормально, типа? Я думаю, если Саня релит, ему можно поставить активацию, чтобы и кнопки нажимать, и что-то одновременно говорить. Почему у вас стоит активация, вы шмыгаете, сидите, то у вас микрофон дрочится, то вы чавкаете, то еще какая-то хуйня, блядь. Вы не можете на кнопку поставить?
Или что? Или всем может сактиваться и сидеть. И хуярить там, бренчать кружками там, давайте. Гламур, ты тут? Да. Ну так поставь на кнопку, блядь. Так у меня на кнопке, блядь, всю жизнь стоит. Ты что ты меня доебался-то, блядь? Тебя активировал. Ну, у меня на кнопке стоит. Ну так проверь, открой настройки и проверь, на чем так там у тебя стоит. Я проверил уже 3 раза. Так ты кнопку, значит, нажал и держишь. Да, Вань говорил. Тебя активирован был. Ой, заходи, давай быстрее. А бокал то же самое, блядь. Так у меня на кнопке он стоит. Угу. Так что проходит дохуя людей всяких. Я вообще не ставлю активацию. И все, вот, вообще не ну, понимаю, почему вечно на меня гонит. Я слушаю, шмыгаешь, сидишь. Поэтому сказал. Да я не шмыгаю, вообще не шмыгаю. Короче, мы обои сходим, да нет? Задолбали, блин. Можете все сделать быстро. Кушайте рыбу. А что за спам? Ватный стиль. Не в игре, ватный стиль, не в игре. Это баг какой-то. Человек пришел невидимку. Это так невидимка багается. И 24, чтобы когда не верхнет, то одного человека. Лучше следующий день принять. Не хочет, как хочет. Что мы будем зашел? Да, ну просто... Да можно подлагал ему что-то. Ну так написать можно. Сказать что-то. Стоим 5 минут каждого ждем, пока кто-то зайдет. Не вставайте вы сразу, 10 раз это повторяю. Ждите, пока не все не сдохнут. Все, зашли все в купол. Юра, закинь. Он даже рыбу не нажал до сих пор. Ну, блядь, пизду его. Этот Юра, кинь ему мун иннер. Дал. Ну что вы делаете? Вот что вы делаете? Нахера вы сразу с пула врываетесь? Дай мне за всех, да? Ну да. Это невозможно сорвать агр, когда он его взял просто. Если он что-то не нажал, правильно? Для этого ты ничего такого не было. Маша, дай БР по имя. Только сама выбеги из огня. Тебе дали БР? Да, я боюсь вставать. Войд, держи его. Веран выбежал. ММ-бой, точнее, извиняюсь. 4%. Все, пока вы готовы заходить. Заходи. Сразу там что-нибудь прожмешь. Заходите. И за ромбиком сразу. Кобейте спокойно, можете. Скоро будет дебаф. Агрессив снова. Так. А пока милики. Не трогай, не трогай, милики перебежали. Чуть-чуть за ромбиком. Все. Смотри. Аккуратно. Милики, смотрите, аккуратно бейте. Подбегите немножко. АТК выбежал. АТХ, точнее, извиняюсь. Маша, иннер по себе. А, Маша, КД. Не, КД. Иннер по себе закинь. Приготовьтесь выходить с меткой. На кого метка его вешается, не в порталу не бегите, если что. После лезвий выбежим, после лезвий, не спешите, а ты Викс опять выведем. Под лицо не бегите к боссу, умрете, под лицо не бегите, куда бежите? Выбегайте, все, кто должен выбегать.
Кто-то гонит. Я сам сейчас затекурчу. Все, стойте все с одной стороны. Геру дайте в свету. Да. Геру дайте в свету. Трусователя поднимите. Геру дайте вот, во тьме не надо в свету. Дали Геру. Очень мало людей вышло. Выведите ТК, выбеги и смотри, выбеги. Сейчас не сорвите. Метеор падает, перебежали. Метеор. Там сорвали две. Босс на пуль вы втрусывать. Пиздец. Выйдите еще. Хватает, хватает уже. Атык. Майлик, выбеги. Прожмись, трусователь. Геру во тьме дайте, если еще не давали. Метеор. Перебежали. РДДшник и Мирик. Фрик выбежал. Трусователя поднимите. Вон лут не нужен, летите в этот. Что это за хуйня падает постоянно? Че, я справился со своей задачей, бать? Да. Потел как проститутка, блять. Давай шейку паролем, я полечу в целка. Почему ты себя сравниваешь с проституткой? Ну, просто такое выражение есть. Промаги. Нет, конечно, 21 век, там каждый себя характеризует как хочет, но ладно. Поэтому, когда видишь, не все сразу вышли, трусователь, поэтому босса чуть надо иногда ворочать на порталы, потому что если люди выходят, там порталов нет, то их просто вбреет, ну как сейчас, норклей топхает, например. Ну там просто на него миниорка еще полетела, на него прям. Да ладно. Пояс. Не пашем. Где сетев бета-тестер? Да, Майлику по мейну, он не по мейну, он из Ашама. Да я знаю, но ты единственный хапал, который играющий, так что давай здесь играй. Да нет, да. Давай сотку, ну 200 уже я поставил, давай за 200 сдам. Да, иди Лера, Чеславный, давай в рейд, пойдешь к танкам, Лерка, ливай. Кидай обмен, Вадим. Войт, отними, пожалуйста. Я улетел. Хорошо. 200, да? Хио-чешка. Что? Хио-чешка. А ты что-то оф чешки уже ролят, йо? Все с чешками уже, что ли? Ну, просто нет. Этих. Слава, хорошая триня, бери. На ДСшника. СПД дает до хера. Пацаны такие сидят на мейнах, думают, сейчас поставить десяточку и забрать, нахуй, и все. Раз, два, три, кинешь, Слава кинется. Этот, пока вот 10 раз. Два. Трусователь 100. Раз. Два. Давайте быстрее, пожалуйста. Раз. Два. Три. Кидами. Сумоньте всех на целка. Очень надолго сегодня. Саш, я посади меня на замену. Да, да, возможно. Почему? У меня у дочери завтра день рождения, мне бы прибраться. Нет, так если надо, ну окей. Бэтик, давай тогда в план. Я могу зайти на некоторых, прям если вообще надо, просто.
Меня жена тоже сидит. Где-то, может, и надо будешь. Ну, если что-то свистнете или пишите в Дискорде, я заскочу. Хорошо, Кнурки, заходи на киле. Захожу. Пока так, все сумаются, я ком прибуду, но я там не лагает, жесть просто. Да, короче, давай. Я так понял, я еще в этом, на ребре в танке, да? Нет, ты идешь, потому что я уже отправил один рейд в Ломан. Ты на ребре в танке, да, потом не в танке будет, там будет русователь танчить и... Окей. Числавность. Так, мои... А, сейчас Шнурки зайдет еще на одном киле нормально. И...